Для нас вообще на самом деле очень важно присутствие вот в разных форматах в среде. Да, мы, конечно, музыкантами по сути-то и не являемся. Мы, конечно, любители. Ну, вот Аня профессионал только. А остальные все занимаются своими маленькими грешными делами. Кирилл Медведев – поэт, переводчик и издатель. Олег – прогрессивный социолог. Я немножечко рисую. Вот. И всем нам вместе кажется, что этого почему-то недостаточно. То есть все, что мы делаем, это, конечно, хорошо и замечательно, но нужно делать гораздо больше. Поэтому, собственно, мы решили вспомнить стихи некоторых поэтов и сделать из них песни. Поэтому мы некоторые песни некоторых авторов решили перевести на русский, потому что это очень важно и своевременно, как нам кажется. И, собственно, поэтому же мы вот так вот ходим иногда и раздаем просто листовки, потому что это тоже важная работа, которую, кроме каждого из нас, вряд ли кто-то сможет сделать. С какой целью сейчас вам розданы эти тексты? С целью, чтобы вы, возможно, подсели поближе и пытались вместе с нами спеть. Нас не так уж много, чтобы занимать задние ряды. А вообще нам будет лучше, если мы как-то немножечко скучкуемся, будем друг друга слышать, по крайней мере. И это добавит еще больше правильной атмосфере для начала фестиваля. Ну что ж, мы переходим, собственно, к премьерной части. Это действительно премьера этой песни в русскоязычном контексте. Как я уже упомянул, Кирилл – замечательный поэт и переводчик. Собственно, его услугами группа «Аркадий Коцы» пользуется в качестве переводчика. Нет, это тебе рассказывать, я как раз оставил. Ну вот, добрый вечер. Я еще скажу два слова более конкретно про эту песню. Да, это вот песня была написана в 1971 году таким американским бардом, протестным Питом Сигером. Довольно известная песня. И недавно она стала еще более известной после того, как 40 тысяч норвежцев ее спели на одной из площадей города Осло в связи с процессом над террористом Брейвиком, который считает эту песню воплощением мультикультурализма, интернационализма, марксизма и, в общем, всего того, что ему наиболее отвратительно и с чем он борется. Вот. Мы, соответственно, решили эту песню перевести на русский, и сейчас я спою. И петь вместе с вами, потому что, конечно, нет никаких сомнений, что все мы вместе боремся против ценностей, за которые выступает Брейвик и ему подобные ублюдки. Так что же нужно нам?
тебя люблю, и зачем спасать утро дуги по планам, не нужно умирать. Так скажите же всем детям и отцам из окна, еще можно сделать общим то, что нам на всех дано. Одно над нами небо, единый океан, всю землю омываем. Так что же нужно нам? А я тебя люблю, и спасибо. Спасибо, друзья. Это была группа Аркадий Гоц.